Есть такая традиция – католическое Рождество в высшей отельной школе отмечать. Каждый год студенты и преподаватели устраивают тематические вечера. В этом году гостей пригласили на итальянский ужин. Почему Италия? Потому что так сложилось, что в этом учебном году занятие по кухне с нашими студентами ведет итальянский шеф-повар. В Италии также были практики, и мы решили соединить дизайнерские, так как у нас многие ребята делали наши декорации, и так как у нас Гаэтано итальянец, мы решили соединить это все вместе, чтобы полностью насладились гости Италии. Мы не хотели, чтобы у нас был просто прием, вот просто красивый ресторан, декорированный в итальянском стиле, красивое белье, красивая сервировка, там тоже с какими-то элементами итальянского, так сказать, декора. Мы хотели, чтобы еще была какая-то небольшая программа, потому что вот такие вот тематические проекты сейчас очень востребованы, и гостям, ну, просто есть и пить, даже в красивом интерьере, не очень, наверное, интересно. Изысканная кухня, синхронная подача блюд. Для студентов этот вечер является рядовым экзаменом зимней сессии. Гости должны чувствовать себя как дома. То есть мы сегодня устраиваем именно уютный рождественский итальянский вечер. Официанты сначала выходят одновременно, и по кивку, когда уже все готовы, одновременно ставят тарелочку. Это называется синхронный сервис. Она не обязательно, как бы она выглядит очень красиво, то есть на таких больших мероприятиях, и даже таких небольших, как наша, она выглядит очень красиво, очень достойно. Уже был представлен тартар из тунца, салат из замороженных овощей, порезанных слайсами. Сейчас мы подавали... Да, там дуэт брускет был, да, дуэт с говядиной брускет. И с томатами. И вот в данный момент они сейчас будут подавать скоро пасту с индейкой и сливками, и белыми грибами. Гости остались под большим впечатлением от мастерства и с удовольствием делились своими эмоциями. Такое чувство, что я окунулась в Италию, и приятно почувствовать Рождество. Итальянская кухня, конечно, потрясающая. Уровень сервиса высочайший. Я думаю, что в будущем специалисты будут очень даже высокого уровня. Меня подруга пригласила сюда, потому что у меня недавно был день рождения. Это был ее подарок. Столько всяких впечатлений, эмоций. Вообще все замечательно. Необычная подача, да, очень оригинальная подача. Нам понравилась особенно ракушка замороженная, внутри розочка была. Да, было необычно. Сервировка стола и высококлассное обслуживание на этом ужине – это далеко не все, что смогли почувствовать гости. Каждый ощутил себя маленькой частью большой итальянской семьи.